И народ, всем привет, с вами Киллер. Сегодня мы тестируем и будем играть на новой карте в Call of Duty Mobile. Это терминал под названием 24 на 7. Всего 10 игроков. На этой карте, ну, при заходе могут быть разные режимы, как контроль точек, как стыривание флага, так и режим зомби. Ну пока все, я когда заходил, играл, только были вот эти режимы пока. Поэтому... Ждем игроков. Ну, вот здесь. Как. Ну, на игроков похож, но... У нас контроль точек. Да, вот на этой карте, короче, снайперка я такой себе. Мне интересно, они хоть по сторонам смотрят, а? Теперь сейчас снайпер их убьет. Если... Вы хоть по сторонам смотрите, а? Capture the objective. Hardpoint identified. Enemy contact. Hardpoint locked down. Keep on them. We're winning this one. Вот на этой карте, короче, вот если будет
Вот эту карту надо к королевской битве добавить, причем срочно. Если они хоть доб... Они так ее хоть изменяют, но... Чисто создать... У нас победа. О, не, ну... Ну, да, но это в тех местах, где сидят просто могут сидеть со снайперками, и вот эти последние места, и просто это... спасибо. Поэтому сейчас мы, короче, пацаны, сделаем одну тематику. Вот, короче, продолжаем тестировать новую карту по званиям. Ты забрал мой скин, скотина. Если стать скотиной. Еще тут эта карта даже не предназначена, чтобы сидеть со снайперкой, пацаны. Давайте кое-что заменим, если ко мне захотят сзади подойти. На 50 на 37, можно сказать, не хо... нормальный результат. Так, почему-то мы должны тестировать пушку. А, эти, почувствовал металл. Так что... Я не сяду, дайте так что за кошку сидеть. Пацаны, рискное место. После захожу сюда. То вот сюда. Я думаю, они там сами разберутся. Не маленькие. Даже попасть будет нереально.
А я знаю, что не хотят, как не хотят. Не, ну сидеть в самолете из этой дырочки, конечно, это крутое место. О. Не отрицаю, не отвечаю, что я убил много людей. Тематика не убивать, но много людей я контролирую точку, как. А некоторые почему-то другой фигней занимаются. Больше людей, чем. Не, ну это, конечно, красивая. Конечно, получше, чем было в том, в тот раз хоть как-то было жесть, это там творилось не. Там творилось просто нечто. Вот то, что там творилось фарш, потому что она мало-мало была маленькая. И все бегали и что-то тебя убивали. Поэтому. Вот так, да, мы слегка еще раз поехали, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И надеюсь, а забудь что-то еще нам покидают. Ну пока новых тут ничего нового не добавилось, поэтому. Я думаю, там режим 10 на 10 будет, поэтому нет. Поэтому всем пока.